Так, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Колбаски, туфельки, проверка связи, проверка звука. Дорогие друзья, здравствуйте. Так, вижу, привет из Праги. Добрый вечер. Всем привет из Ялты. Здравствуйте. Всем привет. Так, 11, 11, 11. Это хорошо, это здорово. Да, друзья, прошу прощения за внешний вид. Некуда вообще даже сходить, подстричься, хотя очень нужно. Звук огонь, это хорошо, это здорово. Аргентина, добрый вечер, здравствуйте. Итак, дорогие друзья, у нас с вами сегодня животрепещущий вечер, на котором, я думаю, будем все живо трепетать. Шутка юмора. А на самом деле тема касается нашего с вами продукта, а непосредственно наших с вами сплитов. И что такое сплит-токен, процедура сплитинга, что такое сам сплитинг, награда за сплиты и так далее. Поэтому, друзья, сегодня я пробегусь по вашим вопросам, но давайте начнем, конечно же, сперва не с вопросов, а с материальной части, да, так сказать, сразу с места в карьер. На, сегодня не понедельник, да, вроде бы такой щадящий день. Сегодня у нас среда, если не ошибаюсь, и, соответственно, мы с вами сегодня будем смотреть на наши с вами кошельки. Так, друзья, скажу сразу вопрос такой в зал, вопрос в студию, да, вы замечательная публика, пожалуйста, ответьте на вопрос, все ли здесь в чате уже занимались тем, что нажимали на священную кнопочку и получали просто фантастическую анимацию, дайте ваш фидбэк. Да, да, это круто. Круто. Вот тоже получше. Хорошо, Лариса, спасибо. Так, да, очень круто и красиво. Супер, хорошо. Отлично. Нет, не нажимали, а почему так? Так, супер. Значит, есть у нас люди, которые еще не знают, что такое сплитинг и как им вообще работать, да, как им пользоваться, для чего он нам нужен. Так, хорошо, значит, тогда ответы на вопросы вам сегодня просто-напросто помогут разобраться, что и как. Только что получилось замечательно. Подождите завтрашнего дня и увидите этот просто замечательный. Но мы сегодня с вами сделаем, да, мы сегодня пройдем с вами весь процесс сплитинга и расскажу, что такое процедура сплитинга вообще, поскольку данная вещь это по сути новая, то есть это не стейкинг, это не майнинг, это не минтинг, это не фарминг, это что-то абсолютно другое. И поэтому давайте разбираться. Я почитал вопросы, которые мне составили, и, соответственно, могу ответить, могу сейчас даже сказать смело, да, что, друзья мои, давайте мы не будем просто придумывать того, чего не существует. То есть я понимаю, что в обращении, в общении с людьми, с партнерами, с пользователями можно упрощать какую-то терминологию, но давайте не забывать, что это все-таки блокчейн и, соответственно, очень такая тонкая материя, которую нельзя просто так назвать как-то иначе, чем она само собой является. Так, значит, давайте сейчас я продемонстрирую экран. Я сейчас проверю одну вещь. Так, нужно сейчас будет это повыключать. Я сейчас повыключаю сразу все мессенджеры, чтобы нас они не беспокоили. Ютубчик у нас идет, да, все хорошо. И давайте непосредственно начнем сейчас шарить наш рабочий стол. Так, в браузере. А нет, я не хочу в браузере. Я хочу целый экран. Вот так вот. Правильно? Давайте проверим. Будет ли сейчас у нас шаринг экрана. Вот мы сейчас свернем нашу комнату. Вы должны увидеть YouTube, вы должны увидеть экранчик, вы должны увидеть Smart Wallet. Сейчас я не знаю, я вас не вижу, поэтому, пожалуйста, если вы сейчас видите на своем экране непосредственно Smart Wallet, изображение кошелька, то напишите, пожалуйста, в чат, да, мы видим кошелек, да, все замечательно, и я сейчас буквально через секунду вернусь в нашу комнату. Для того, чтобы убедиться, что у нас с вами идет демонстрация экрана. И как только мы убедимся в том, что демонстрация экрана у нас идет, мы с вами продолжим наш с вами интереснейший вебинар. Так, возвращаюсь в наш браузер.
Возвращаюсь в комнату и читаю. Да, видим кошелек, видим кошелек, видим кошелек. Да, все супер. Хорошо. Большое спасибо. Тогда я не буду сейчас отвлекаться. И давайте сразу же пройдемся по... Сразу открою здесь Explorer. Сразу открою здесь Explorer, да, чтобы на всякий случай посмотреть там транзакцию. И давайте мы сейчас с вами вернемся вот к нашему кошельку. То есть, чтобы у нас с вами ничего не отвлекало. То есть, друзья, значит, смотрите. То есть, да, наше приложение Smart Wallet, оно доступно сейчас на всех платформах. То есть, оно доступно на всех платформах и на Android, это в Google Play, да, магазин, и на iOS, это App Store, соответственно. Пожалуйста, если вы хотите непосредственно участвовать в сплитинге, ваша версия приложения должна быть не ниже 1.5.0. То есть вот здесь вот это видно. Версия приложения 1.5.0. Эта версия приложения как для андроидов, так и для iOS. Она одна, то есть они абсолютно параллельны друг дружке. Поэтому если вы непосредственно будете участвовать в сплитинге, то вам потребуется именно эта версия. Так, для того, чтобы непосредственно попасть на экран со сплитами, да, нам нужно выбрать наш соответствующий токен сплит в списке наших с вами ассетов, да, наших с вами коинов. У нас с вами на первом месте всегда идет Smart, потом Ultima, и напоследок у нас есть сплит. И вот если мы выбираем непосредственно сплит токен, то у нас показывается, как на обыкновенном, на каждом существующем экране с токеном у нас есть баланс нашего токена, его кошелек, примерный денежный эквивалент его в USDT, да, в USD долларах, плюс кнопочки «Получить», кнопочки «Отправить», история транзакций, сколько у нас сплитов всего было. То есть мы можем посмотреть просто экран, как будто это простой токен. Но для того, чтобы нам с вами попасть на самый главный, самый важный инструмент сплитинга, нам необходимо нажать на кнопочку «Сплитинг». То есть нажимаем на кнопочку «Сплитинг» и открывается непосредственно экран. Возможно, здесь слишком маленькое разрешение, но вы можете попробовать увеличить экранчик, приблизиться. Я, к сожалению, не могу не увеличить, не могу не приблизить. То есть это максимум, который возможен. То есть да, приложение могу там расширять, но от этого оно больше не становится. И сразу давайте посмотрим на текущий экран. То есть, что мы здесь видим на данном экране? И какие значения нам, соответственно, нужны, да, что нас интересует? Первое, конечно же, это наши сплиты. Что такое наши сплиты? Это баланс наших сплит-токенов, которые мы на свой кошелек перевели. То есть, только те коины, которые непосредственно находятся у вас на вашем кошельке, они могут принимать участие в сплитинге. То есть они, срок их жизни влияет на получение награды за сплитинг. Сколько всего сплитов на текущий момент в блокчейне? То есть представьте себе, да, буквально за 4 дня, у нас сейчас 4 октября, у нас с вами уже 1 765 427 сплитов. Это много. Я, честно, даже не рассчитывал, что будет такой большой объем. Следующий блок относится уже к награде и к халвинг-периоду. То есть что такое халвинг, вы знаете. Это когда в какой-то момент происходит ровно располовинивание, да, то есть ровно сокращение вдвое напополам. И у нас с вами здесь есть три блочка, три блока. Первый блок – это дневная награда, то есть это сумма тех коинов, которые система может распределить в течение одних суток. Ни больше, ни меньше. 51 токен, 84 сотых ультимы. Понимаем, знаем. То есть это максимальная возможная сумма, которая есть наградой для всех участников сплитов. Она одна каждый день. Теперь у нас с вами есть два блока. Текущий блок и финальный блок. Что это за числа? Почему там 5 миллионов, 10 миллионов? Что это такое? Это, обращаю ваше внимание, тот период, который сейчас действует на текущую дневную награду. То есть при текущем халвинг-периоде, который происходит с первого блока до 10-миллионного блока, дневная награда составляет 51,84. Как только переключится блок 10 миллионов и 1, награда сразу станет 25 с копеечками. То есть ровно в два раза. И так каждые 10 миллионов блоков.
То есть я хочу вас подвести к тому, что так как блокчейн – это сущность математики, она не понимает, что такое календарь. Мы с вами привыкли мыслить календарями – днями, часами, минутами, митингами, там, поездками, отпусками, да, 2 недели, 3 недели, год, 2 месяца, депозит, кредит, а ипотека 15, 20, 30 лет. Но в блокчейне, к сожалению, к большому сожалению, календарей, увы, не существует. Блокчейн не знает понедельник, вторник, пятница, 15 часов, 22 часа, вообще без малейшего понятия. Соответственно, заложить в блокчейн принцип календаря невозможно физически и математически. Это представьте себе, если бы у вас, вот, например, возьмем тот же самый пример, как происходит с биткоином. Он происходит каждые 4 года. Халвинг, да, в биткоине каждые 4 года. Но это происходит конкретно на каком-то блоке. Да, люди просчитали там приблизительно столько-то, 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 но никто не знает точного дня, точной даты, точной минуты, точной секунды, миллисекунды, когда произойдет халвинг. Только могут гадать, основываясь на текущих данных, исторических данных, сколько блоков было произведено, когда они были произведены, за какой период, может быть, сеть ускоряться, уменьшаться, но в среднем как бы эта величина одна. Соответственно, в нашем случае 10 миллионов блоков – это приблизительно 1 год. Это примерно 1 год. То есть 10 миллионов блоков – это приблизительно 1 год, да? То есть чуть меньше. То есть, так как блокчейн не знает 15 февралей, 10 апреля, 15 марта и так далее, невозможно было подгадать это под календарь. Это важно, друзья. Поэтому, как работает вся криптовалюта, весь блокчейн, все осуществляется поблочно. Да? Каждый блок для нас может быть что-то значит. Поэтому, если вы видите, что на текущий момент у вас есть блок почти 6 миллионов блоков, да, 6 миллионов блоков, а финальный блок 10 миллионов, то есть значит еще 4 миллиона блоков, будет награда, которая составит 51,84 токена в сутки. Надеюсь, что с этим вопросом мы с вами разобрались. Теперь мы переходим непосредственно к My Estimated Reward, то есть это моя предварительно, да, то есть это ожидаемая награда. Почему ожидаемая? Потому что здесь есть маленькая сноска. То есть так как мы сейчас с вами открыли данный экранчик, и сидим, общаемся. Просто сидим, общаемся. На самом деле количество блоков могло быть уже больше. Просто могло быть уже больше. Соответственно, вот эта вот награда, она может не отвечать той, которая есть на этом экране, на момент, когда вы подтвердите получение своей награды. Что важно еще понимать на этом экране? То, что вот это вот значение, My Estimated Reward, оно рассчитывается. Исключительно от того времени, которое коины, сплит-токены пролежали у вас на кошельке. При этом с каждым вашим сплитингом, когда вы непосредственно запрашиваете награду, возраст токенов обнуляется. И это хорошо видно вот здесь, на вкладочке My Split, она кликабельна и показывает все ваши существующие сплиты. То есть это не значит, что ваш сплит 24 часа пролежал, все, он готов. Нет. Сейчас расскажу большую тайну. Только она на самом деле не тайна, мы об этом говорили постоянно, но тем не менее. Смотрите, невозможно получить награду за токен, который пролежал менее одних суток. Это правило самого контракта. Вот просто есть существующий сплит-контракт, который, соответственно, и занимается тем, что отправляет ультиму среди всех участников сплитинга. Да? То есть все люди, кто держит сплит-токены на своих кошельках, смарт-контракт их обслуживает. Не мы, не кто-либо еще. Это все работает на блокчейне. Вы являетесь полноценным участником этого процесса, и только вы являетесь инициатором. Как считается непосредственно получение награды, друзья? Вот это вот очень важно. Как считать, понять, что такое My Estimated Reward, друзья? Откуда она вообще берется? Если мы сейчас, наверное, возьмем назад, зайдем, да, вот обновимся, обновиться, то, возможно, да, мне кажется, она подросла. А вот тут точно подросло. То есть, как это получается? То есть, смотрите.
Так как, еще раз, давайте повторим, да, такую фразу, что мы не знаем в блокчейне, вот просто мы не знаем, сегодня понедельник, либо вторник. Вот, ну, нет в математике понятия пятница, обед, перерыв и так далее. То есть, но мы с вами можем знать, сколько стоит одна секунда. Просто сколько стоит одна секунда. А так как мы знаем с вами, сколько у нас в сутки секунд, то мы с вами можем попросту понимать, сколько у нас стоимость одной секунды за один ваш сплит-токен. То есть это просто банально элементарная математика, на которой построено абсолютно все. То есть количество секунд у нас в нашей системе неизменно. То есть мы живем с вами в одних сутках. Если вы сейчас возьмете калькулятор, вы посчитаете, возьмете 24 часа разделить на 60, вы получите 86 400. Да, вот если вы просто посчитаете, сколько секунд у вас сейчас в сутках, то это всегда константа. Она не может быть ни больше, ни меньше. На сутках 24 часа, извините. И поэтому наш блокчейн знает, он посчитать секунды он может. Потому что он, знаете, что такое Unix Time. Это всемирно известное время, которое запущено 1 января 1970 года. И там вот секунды, они просто выражены просто в числовом таком вот формате. То есть там вот это вот свое математическое время, да, это технические такие нюансы. Но тем не менее, сколько секунд ваши сплиты пролежали на вашем кошельке, эта информация блокчейну известна. И следовательно, из чего формируется ваша награда. Сколько секунд пролежали ваши коины на вашем кошельке. День, значит, это 86 400. Два, значит, это в два раза больше. Три, значит, это в два раза больше. То есть срок хранения токенов на вашем кошельке определяет размер награды. Но отвечаю сразу наперед, сразу забегу наперед, что если мы с вами не будем нажимать на кнопочку каждый день, то у нас с вами выйдет маленькая такая, знаете, интересная ситуация. Количество секунд у нас будет расти, да, стоимость секунды у нас будет расти, но количество сплитов в системе у нас тоже растет. И, соответственно, смарт-контракт, он это не база данных. Смарт-контракт, он не имеет физического хранилища, как базы данных, таблицы, данные, там ячейки, айдишки, строки, стринги и так далее. Он может произвести просто математический расчет. И, соответственно, он всегда использует существующий формат, сколько сплитов на текущий момент. То есть с каждым днем количество сплитов становится больше. И это мы с вами еще проговаривали на наших вебинарах до старта. То есть мы с Алексом, да, поговорили, что, друзья мои, учитывайте, что количество сплитов будет всегда расти. Награда может быть сейчас одна, да, потом она будет падать. Поэтому в ваших интересах вы можете для себя решить, что вам выгоднее, нажимать каждый день на кнопочку, либо же ждать месяц, два, три, но тогда, соответственно, на момент, когда вы совершите действие, система посчитает вам по общему количеству сплитов в сети, поэтому здесь каждый выбирает сам. И давайте сейчас с вами нажмем на ту самую волшебную кнопку «Запросить награду». То есть, друзья мои, на этом периоде, вот эта вот сумма никому никуда не отправляется. Она нигде вам не начисляется. Вы должны понимать, что если вы сейчас, вот просто это не те деньги, которые вам уже должны, или не те коины, которые вам уже обязаны дать, нет. До тех пор, пока вы не затребуете награду, никаких переводов, никаких транзакций, никакого клейминга, никаких input-output'ов не происходит. Это просто на момент открытия данной странички произошла большая магия, система сходила на блокчейн, спросила у контракта, столько, он сказал, столько, ответил. И приложение показывает вам, пользователям, результат. Ваше право нажать «хочу получить», «нет», ну «нет». Давайте нажмем на кнопочку «Claim Reward», и мы с вами видим подтверждение информации, мы видим о том, что у нас с вами есть все сплиты готовы, да, то есть ваши сплиты один, у меня сейчас один сплит, это монетка, да, вот у меня сейчас всего 70 сплитов, но они в одной купюрке. Помните, с вами мы разбирали еще на прошлых блокчейнах, что такое купюры, монеты. И, соответственно, у нас сейчас с вами есть только один входящая транзакция сплита на 70 токенов. И если я сейчас соглашусь на подтверждение получить награду, с меня, как инициатора
То есть всегда, вот если вы откроете вот данную вот эту вот подсказочку, то вам скажут, друзья мои, network fee всегда оплачивается тем, кто оперирует блокчейном. То есть всегда, нет, не тот, кто получает, а тот, кто инициирует, да, то есть тот, кто обращает, тот, кто требует. Смарт-контракт скажи, смарт-контракт объясни, смарт-контракт посчитай. На все это действие требуется энергия. То есть и именно энергия оплачивается каждым человеком, кто инициирует исполнение данного смарт-контракта. То есть не блокчейн сам по себе, он не может работать без энергии. И когда вы соглашаетесь с тем, что да, я готов получить награду, готова получить награду, нажимаем, вот давайте сейчас просмотрим, да, у нас сейчас 002772. Я нажимаю на confirm. Так, видим, что у нас здесь красивая штучка. Ух, здесь еще шикарная вибрация такая, ой, просто фантастика. И, соответственно, все. На данном этапе вы видите просто анимацию, на котором написано, что успех, ваша награда была запрошена, да, вы затребовали ее за то, что вы храните сплиты на своем кошельке, да, вы соблюдаете правила контракта, вы храните, он вас награждает. Вы нажимаете на кнопочку ОК, и вас сразу отправляет на непосредственно экранчик с ультимой, где мы видим, что вот наша входящая транзакция, вот наша входящая транзакция. Но она получилась больше, чем та, которая была на момент нажатия на кнопку. Почему так? Потому что, как еще раз говорю, во-первых, секунды всегда растут, да, то есть на момент, когда я нажимаю на кнопку «Получить награду», мне показали один результат, а по факту, когда я подтвердил награду, прошло еще несколько секунд, и эти секунды тоже дают мне какой-то результат. И поэтому я получил не 0,2772, а 0,2781. Прикольно. Я считаю, это как бы хорошо, это замечательно. И если мы с вами посмотрим на текущую транзакцию, да, вот мы сейчас просто скопируем данный хэш и вернемся обратно к нашему Explorer, да, вот и вставим данный хэш в наш Explorer и посмотрим на сам Explorer. Ух, как интересно. Мы видим, что наш результат успешный, вот наш хэш. Мы видим, что у нас есть вот сумма наших токенов, мы видим, что вот наш сам токен-трекер, мы видим, откуда, куда нам пришло, и мы видим владелец нашего адреса, да, вот этот кошелек. То есть я владелец вот этого вот кошелька, инициировал контракт, да, я триггер смарт-контракт, я его как бы запросил, да, я его взаимодействую с ним, триггер как взаимодействие с контрактом, то есть я его триггернул, вот он мой кошелек, вот этот контракт, значение 0 смартов, потому что я не оперировал смартами, но тем не менее я оперировал с SRC-трансфером, да, это наш токен на формате, на стандарте SRC-20, мне прислали 0,002781 ультима, круто. А теперь мы смотрим ту самую магию, которая спрашивают у всех, что такое network fee. Вот, друзья мои, смотрите. Consume bandwidth и, соответственно, consume energy. Вот это количество пропускных пунктов и энергии было потрачено для того, чтобы обработать мой смарт-контракт. И эти значения, если вы не умеете читать, да, то вот просто для вас было вот написано 21,800, 21,8862. То есть... А хотя, когда мы нажимали с вами на Claim Reward, да, там было написано up to 200. То есть up to 200 – это не значит, что 200 с вас будут списаны. Вот сейчас с меня списали 21,88 смартов за исполнение моей, моих сплитов, да, для того, чтобы смарт-контракт просчитал, сколько ультима мне нужно отправить. Он их отправил, транзакцию совершил. Я заплатил 21 смарт. Кто-то заплатил 22, кто-то заплатил 21, как и я, кто-то заплатил 100 с лишним, потому что у него может быть гораздо больше сплитов, которые гораздо сложнее считать. У меня это был один, по сути, да, на 70 токенов, а у кого-то может быть 15 и там 1, 2, 3, 5, 6, то есть солянка сборная. Соответственно, чтобы все это просчитать, компьютеру и контракту необходимо затратить электроэнергию, банальным образом сделать просчет. И вот этот просчет может быть для кого-то 20, для кого-то 30, для кого-то 50, для кого-то 100, а может быть даже и 200. То есть действительно на сверхсложных просчетах может возникать, что больше, ну, до 200 не доходило, но по практике знаю, что 130-140 достигает. Но это при прям суперсложных там,
огромное количество транзакций и все, и все, и все, и все, и все. То есть, друзья мои, сейчас я думаю, что на те вопросы, которые есть у нас сейчас в списке, и как это все работает, я ответил. Но давайте вернемся еще раз в наш непосредственный кошелек Smart Wallet и посмотрим, что же произошло с нашими сплитами. Когда я зайду сюда на страничку, я нажму на сплит, и я увижу, что у меня сейчас, да, начался обратный отчет. То есть 23 часа 55 минут я должен ждать. Пока у меня коины не созреют, не может смарт-контракт даже сказать, сколько мне положено. Хотя на самом деле, вот как только пройдет 86 401 секунда, бах, мне сразу здесь покажут значение. И именно поэтому система, сам мобильный кошелек, сама программа, сам смарт-контракт может обсчитать вас, если не обсчитать сплитцы в плане обвесить, а просчитать. Если у вас есть сплит-токены, которые созрели, а которые не созрели, то в момент, когда вы будете подавать заявку на получение награды, что сделает смарт-контракт? Вы не сможете отправить один токен. Это так не работает. Он смотрит просто на соответствующий баланс. Смотрит так, у вас есть 150 сплитов. Сколько из них готовых получить награду? Один. Пожалуйста, результат. Фух. Провернул смарт-контракт, свою работу выполнил. За один смарт-контракт, за один токен, вернее, да, сделал начисление награды. А 49, остальные 149, обратно обнулил вместе с этим единичкой. Получается, что таймер у всех пошел заново. Поэтому, друзья мои, в ближайшее время мы подвинем таймер наперед. То есть сейчас он идет по факту первого ближайшего. В будущем он будет по самому старому. То есть вы не сможете нажать на кнопку, даже когда у вас есть готовые к сплитингу токены. Очень сильно попросили, поэтому. Вот, и мы с вами видим, да, что у нас вот есть сплит-лист. Вот у меня единичка, да, это мой один получается. Вот большой, одна купюра на 70 токенов. Круто. Идет таймер, те же самые 23 часа. Если бы у меня здесь было больше сплитов, там, если я сейчас, мне кто-то переведет, кстати, можете перевести, будет интересно, то у меня появится здесь сплит номер 2, и здесь будет, соответственно, таймер уже, который будет рассчитаться по-своему. И когда они все созреют, я смогу, соответственно, еще раз сделать сплитинг, и они снова схлопнутся, и получится у меня будет 70 плюс те, которые были, они будут там 75. То есть, поэтому, да, когда вы делаете payout с ваших DeFi кошельков, с DeFi балансов на ваш сплит-кошелек, то у вас получается поступляющие транзакции 1, 2, 3, 4, 5. Но когда вы производите сплитинг, они у вас пам, объединяются, и получается заново начинается отчет уже для всей суммы монеток. Это удобно, это хорошо. Вот такая вот у нас сегодня получасовая лекция, которая относится непосредственно и к блокчейну. Мы уже с вами знаем, да, что плательщик выступает всегда инициатор, да, работы с блокчейном, со смарт-контрактом. Мы с вами разобрали, как получить сплиты, как принимать участие в награде. И по самым базовым понятиям, стоп-шеринг, я сейчас вернусь к вам, и я надеюсь, что там, скорее всего, будет... Наверное, несколько вопросов будет, может быть, и не будет. Так. Оу. Так, друзья, секундочку. Так, все видно. Так, давайте сейчас, друзья, я понимаю, что тут настрочили очень много сообщений. Я сейчас попробую, если вопросы есть, то я на них отвечу. Так, а где посмотреть, сколько стоит секунда? А мы не закладывали такой механизм, но по сути у вас есть эти данные все на этих. Они же у вас всегда в публичном доступе. То есть у вас есть сколько всего награды, да, в день получается. Вот сколько в день. Это 51 токен. Сколько в дне секунд. Вот это же просто, вот вы сейчас даже можете это себе сделать и узнать. Так. Игоря, можно сплит заблокировать? Что значит, можно ли сплит заблокировать? Что значит заблокировать? Так, как посчитать, если у меня один сплит, что выгоднее? Каждый день нажимать, получать награду? Или ждать несколько суток и когда надо нажать?
Анатолий, смотрите, вы в каждый момент, когда вы заходите в приложение, в каждый раз, когда вы заходите в приложение, когда у вас есть зрелые токены, вы видите, соответственно, сколько ваша ожидаемая награда за то время, которое коины пролежали. Оно обновляется каждый раз, когда вы дергаете экранчик, когда вы заходите в приложение, то есть постоянно приложение опрашивает, соответственно, блокчейн и спрашивает, вот у меня есть коины такого-то возраста, и он выдает ему информацию. То есть вы можете для себя просто сейчас взять и увидеть. Но опять-таки, друзья, мы с вами не знаем, каким образом сейчас поведет себя рынок. Вы видите, что за 4 дня у нас 1 700 000. И я не удивлюсь, если к вебинару это станет 1 800 000. То есть, если бы, вот просто вот дай-ка бы, да, если количество сплитов не будет расти, просто вот оно, пух, бам, все, никто не покупает, то тогда, да, это будет постоянно одна величина, не будет деления на большую величину каждый предыдущий раз, чи каждый следующий раз. Соответственно, это можно будет просчитывать элементарно. Вы себе можете сами расследовать на месяц, там раскладывать. А когда мы с вами живем в эпоху, когда у нас динамическая структура, динамическая система, которая сама себя и пополняет, вот с одной стороны она же себя распределяет, с другой стороны она себя и пополняет. Здесь я не могу вам дать однозначного ответа, вы можете просто у себя в кошельке смотреть и принимать для себя решение, что мне выгодно, сейчас, либо же не сейчас. Но опять-таки, учитывайте то, что каждая ваша транзакция, даже неудачная транзакция, бывает такое, она оплачивается смартами, то есть вы в любом случае оплачиваете энергией. Все понятно, круто. Запись будет на Ютубе, да, сейчас запись идет, да. Зачем каждый день нажимать на вывод? Светлана, нет никаких выводов, пожалуйста, давайте мы сейчас вот просто это раз и навсегда исключим. Нет никаких выводов, никаких пэяутов, виндровал выводов нет. Друзья, вы не выводите откуда-то, вы клеймите, вы требуете, вы запрашиваете награду у блокчейна. Как за майнинг, как за стейкинг, как за фарминг. Это не вывод, пожалуйста. Вот я буду ругаться, честно, друзья мои. Это не вывод. И никто ничего не падает, ни на какие кошельки. Вам просто за то, что у вас есть токены на вашем кошельке, вы требуете у эксплорера, посчитай-ка мою награду. Он говорит, да не вопрос. Пу! Отправил. Это не вывод. У нас нет... Это наш сплит, да, наш сплит, сам по себе сплит. Он владеет всей ультимой, которую он и распределяет, и потребляет. То есть, с одной стороны, он забирает ультиму со всех контрактов, которые были куплены. С другой стороны, он сам распределяет, не мы, сам. Это абсолютно замкнутая система, к которой никто не имеет доступа. Ни Алекс, ни разработка, ни я, ни кто-либо еще. Поэтому, друзья, давайте не будем условными словами говорить, это вывод, это не вывод. Это непосредственно затребование награды, процесс сплитинга. Я требую свою награду, да, получение награды за сплитинг. Никаких выводов. Это не путайте с банками, выводами с бирж, с выводами там, с каких-то обменников. Вот это вот абсолютно разные вещи. Может быть, я сейчас немножечко, так сказать, прямо возбудился, но тем не менее. Я не хочу, чтобы мы с вами говорили вот о таких вещах, как сплитинг, как будто это якобы где-то что-то и кому-то выплачивается. Нет, друзья мои, мы сейчас с вами сидим в абсолютном равноправии с процессом, с математикой, со самой природой. И за то, что у нас с вами есть, наша природа вознаграждает. То есть это, по сути, уникальное и гениальное. Заблокировать, если его украли. А никак, как мы его заблокируем, если его украли. То есть сплит-токен – это такой же сплит-токен, который есть как смарт, как ультима, как тизер, как трон. То есть, пожалуйста, будьте бдительны и, соответственно, ни в коем случае не отдавайте ваши приватные ключи, ваши мнемонические фразы, QR-коды от ваших кошельков. Так, почему так, Игорь, как со старого кошелька вывести смарты и закрыть старый? Чего? Вот, Ольга, простите, пожалуйста, я не понимаю, что значит, как со старого кошелька смарт вывести смарты на новый кошелек. То есть в чем прикольная ситуация, да, вот просто это уникальное явление. Я сейчас попробую еще раз показать. То есть вы же, наверное, знаете, да, что наши кошельки, они, по сути, очень-очень крутые. То есть и они, их крутизна на самом деле мало кем оценена. Но, тем не менее, это еще просто не распробовали.
что это такое. Вот, смотрите, если мы с вами сейчас, да, вот весь экран, если я сейчас с вами вернусь обратно таки на кошелек, вот смотрите, у вас есть кошелек, вот ваш кошелек. И у меня может быть неограниченное количество кошельков. То есть вот у меня есть Smart Wallet, вот у меня есть Test Wallet. Если я нажму на «Добавить кошелек», я нажму «Создать новый кошелек», просто система возьмет и создаст мне сейчас новый кошелек. И у меня будет 3 кошелька, 4 кошелька, 5 кошельков, и я могу между ними переключаться. И это будут абсолютно разные приватные ключи, разные адреса. И в каждом из этих кошельков могут быть и Ultima, и Smart, и USDT, и Split, и Tron. То есть вот сейчас я, да, нахожусь на своем тестовом кошельке. Вот я нажимаю на баланс, у меня здесь есть и Smart, и Ultima, и Split, и Tron, и Win, и так далее. Я хочу переключиться, в один клик и переключаюсь. Smart Wallet – это просто базовый кошелек. Я уже вижу абсолютно другой кошелек с пустым балансом. Круто? Круто. Поэтому я могу просто взять, если у меня такой же, если у меня есть кошелек Smart на одном, я хочу, например, сюда отправить Smart. Копирую адрес здесь. Просто, да, опа, скопировано. Выхожу, меняю кошелечек на тестовый кошелечек и говорю, что вот хочу отправить вот сюда. Хочу отправить вот сюда. Нажимаю, вставляю этот адрес кошелька и, соответственно, пересылаю смарты с одного своего кошелька на новый. Если у вас такая ситуация, то, пожалуйста, можете использовать. Просто скопируйте адрес кошелька с нового кошелька, адрес кошелька нового. Вставьте его и отправьте на него со старого. То есть все просто, я считаю, и доступно. Так, парам-пам-пам-пам-пам. Вернусь к нашим вопросам. Цена будет подниматься, ну, она и так растет. Реально это будет счастье, длится 227 лет. А смотрите, здесь нет, больше, по сути даже больше. Почему? Потому что, смотрите, то есть если мы говорим с вами про математику, да, то у нас есть вот как раз таки вот эти первые 5 халвинг периодов. 50, 25, 12, 6, 3, и потом уже 6 начинается 1. То есть и вот этот вот один, он до бесконечности, если есть в сплите, да, вот в нашем вот в сплит-токене, в этом контракте, этот сам сплит-пул, да, если в нем есть ультима, конечно же, он будет распределять. Это его жизни кредо, да, он по сути является, это его миссия, просто-напросто распределять все это дело. Можно ли дубликат на другом устройстве? Без проблем, конечно. А если кошелек создан один, а сплиты можно вывести на другой? Конечно, вы можете использовать как кошелек, участвующий в сплитинге, тот, который является владельцем сплитов. То есть только тот. Если вы можете их передавать, ради бога, без проблем, но учтите, что каждая ваша транзакция обнуляет возраст всех ваших сплитов. То есть это не так, как у вас в кошельке работает. Например, если у меня есть, там, не знаю, в кошельке купюра 5 евро и там 50 евро. Если я хочу отдать 5 евро, чпуньк, я ее отправляю, а у меня остаются еще 5 и 50. То когда я попытаюсь отправить сплит, у меня есть 70, ну, допустим, есть 5 сплитов. Я беру один, пух, отправляю. А для блокчейна вот этих вот всех 5 их не существует, и появляется 4 с абсолютно новым, получается, таймстемпом. То есть они не хранятся отдельно, по отдельности, как яички в лотке, как купюры в портмоне. То есть при любой транзакции, исходящей транзакции, весь возраст всех монет обнуляется. Но именно поэтому в приложении Smart Wallet об этом все показано, да, тут, друзья, не переводите токены, если хотите там разделить кошельки. Не, если у вас есть токены, которые не готовы к награде, вас об этом предупреждаю. Там треугольник, и типа говорит, у тебя один из двух, 5 из 5 не работает. Они не работают, они готовы еще к тому, что... Наши кошельки связаны с кабинетом? Никаким образом нет. То есть кабинет, друзья, блокчейн – это... децентрализованная система. То есть вот то, что сейчас вы видели сейчас, да, вот это можно было увидеть на этом устройстве и, соответственно, на этом устройстве. То есть и, соответственно, на Mac.
То есть я очень сильно, вот вы, кстати, если, боже мой, стопы, Игорь, надо вебинары продолжать говорить, уже разучился просто. Если у вас есть macOS, да, если у вас есть Mac, вы можете поставить себе iOS-ное приложение на Mac. То есть просто в App Store скачивайте его. Вот сегодняшняя версия мобильного приложения, это была мобильная версия, не десктоп, а мобильное приложение с App Store. Просто с App Store. Давайте я сейчас его вам покажу. Да, потому что хотел, я специально заготовил. Вот этот вот экран. Шерим. Так, и где наш App Store? Вот наш App Store. То есть вот, соответственно, вот этот вот кошелек, Smart Wallet, я скачал с Apple Store. То есть просто я его установил, вот он, да, наш кошелек, версия 1.5. Просто нажимаю на кнопочку «Открыть», и вот он, соответственно, открылся. Могу закрыть, могу открыть. Это удобно, если у вас есть Mac. То есть вы можете использовать приложение, которое, по сути, для смартфона, но на устройстве с операционной системой macOS. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Пока у нас нет десктоп-версии, то можно использовать, соответственно, Smart Wallet на устройствах с macOS. Там 14-я версия, кажется, они уже поддерживают. Так, возвращаемся к вам. Звук пропадает, это хорошо. Нет, у всех звук пропадает, вроде бы должен быть хороший. Анатолий, вопрос, смотрите, почему смарт показывается в $230? А все просто, потому что для того, чтобы приобрести и получить на свой кошелек один сплит, вам необходимо приобрести лицензию за 110 и приобрести контракт за 110, что в сумме составляет 220. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Так, что означает цифра плюс 20 в кошельке? Это значит, что прошло больше 20 подтверждений данной транзакции сетью. Так, я сейчас еще раз пройдусь по вопросам, которые мне подготовили перед вебинаром. Вот по поводу сегодня в процессе, я думаю, что это уже отвечено. Распределение монет я уже объяснил. После того, как упало вознаграждение спустя сутки, друзья, никто никуда не упал. Что значит упало вознаграждение? И я не хочу его забирать. Вам не падает вознаграждение. И оно, смотрите, да, вот это как эфемерно. Просто как эфемерно. Оно не начисляется вам на кошелек, нет. То есть смарт-контракт ничего просто так не делает. Вам не падает вознаграждение, не начисляется вознаграждение. Вам оно полагается. И в ваших правах его, получается, забрать или не забрать. То есть вот просто для себя нужно немножко, знаешь, переступить такую черту, чтобы я уже не в мире одном, а в мире чуть-чуть другом. И, соответственно, вот мне кажется, тогда терминология немножко будет в другом случае. Вознаграждение, как я уже говорил, оно не автоматически, нет. Смотрите, представьте себе, что ну, вы просто себе, если бы система работала от централизованного органа, да, то получается, некая должна быть супер-мега-система, которая должна следить за миллиардами кошельков, на которых находятся миллионы токенов. У каждого токена где-то идет свой таймер. Какая должна быть база данных, которая, таким образом, распределенная система, которая будет следить за каждым, и что-то кому-то там, а ну-ка, я тебе сейчас дам коины. Нет, это все происходит немножко на другом уровне, который с централизованного органа в децентралитет уходит. То есть вас всех много, вы все абсолютно равные участники, у вас есть определенные права, у вас есть определенные возможности, система о них знает. И вы по факту имения, да, просто спрашиваете, когда вы открываете кошелечек, а ну-ка, скажи-ка мне, мил мой друг, помог... Кто ли на свете всех милее, всех румянее и белее? О, спору нет, вот ваша награда. Отдать? Давай. Пух, пожалуйста. Не отдавать? Нет. То есть она не падает, не начисляется. Вы должны это немножко для себя осознать. Надеюсь, сейчас было понятно. Так, если есть несколько сплитов, например, три, то один ждет другие, в то время как не работает он. Нет, друзья, вот, хороший, кстати, вопрос, который
должен прояснить ответ на ситуацию, когда мы должны понимать сущности, да, то есть у нас нет понимания ждет, не ждет. То есть это не поезд, не состав, не вагончик, не булочка, которая печется. Просто сам сплит, вот ваши входящие транзакции сплита на кошелек, они разные, правильно? То есть у вас вот есть 5 входящих транзакций на кошелек, 5. Соответственно, когда у вас 5 входящих транзакций, у каждой транзакции есть свой таймстемп. То есть если вы хотите, давайте мы сейчас сделаем вот такой вот Unix Time, да, вот просто покажу. Возможно, кто-то не знает, может, кто-то не знает, но в любом случае это может быть кому-то интересно. Так, это мы сейчас закроем, это не там. Но это уже будет передос, на самом деле, с вебинаром, который не совсем, немножечко не в тему, но я не хочу сейчас задерживаться. То есть вот мы сейчас, я просто вам хочу показать, что такое таймстемп. Да, то есть вот смотрите, вот это вот текущая дата, вот. Вот таким вот образом живет вся существующая электроника. То есть у них нет календарей. Мы все живем с вами вот, в этом количестве секунд. Просто. То есть вот если я сейчас возьму там дату 21 год, месяц там, не знаю, 0,5, день там пускай будет 12, нажимаю «Конвертировать», Вот эту дату, то я получу вот это вот значение. То есть понимаете, да? Соответственно, у вас есть 5 транзакций. И, соответственно, у каждой из этой транзакции есть свой таймстемп. Отлично, отлично. Блокчейн знает так. Значит, он знает текущую секунду. Вот они идут. Вот это мировое время, оно идет. Он такой, так, ваша транзакция, вот этому, эта транзакция, значит, сейчас у меня 4431, а вот это было 3048, отнимаю вот столько-то, здесь отнимаю вот столько-то, здесь отнимаю вот столько-то. И в момент, когда вы нажали на claim, вот эти все пять транзакций посчитались. Те, кто старше 24 часов, те получили соответствующую награду за те секунды. Те, кто младше, извините, правило не положено. И эти пять транзакций с разными таймстемпами, они образовали одну транзакцию с новым таймстемпом. И с нее теперь начинается новый отчет в блокчейне. То есть она знает, что у вас вот в этих вот 5 монетках, они все имеют один таймстемп, дата последнего моего сплитинга. Боже, мне кажется, я сейчас сделал вам маленький такой шок-контент. Ой, простите, пожалуйста. И, наверное, будем заканчивать, да, поскольку вот касательно сплитов мы с вами уже... Так, что-то еще. Смарткоин списывается с баланса кошелька при клейме? Да. Да. Как плата за энергию. Это рассказывал на процессе непосредственно клейминга. Так. Минимальное количество, смотрите, минимальный баланс смартов 1600, да, сейчас, или 1700. Вопросы еще подготовленные. Где? Я читал их. Ошибка в кошельке перед отправкой любого платежа, баланс. А, это UI-ная вещь, друзья, мы на нее внимания не можем не обращать. Дополнительная комиссия за транзакцию. Надеюсь, ответил, да, что невозможно завершить транзакцию без оплаты network fee, без оплаты bandwidth и energy. Все транзакции оплачиваются bandwidth и energy. Все. Так, произошла ошибка при покупке 40 сплитов, но остаток я купила только 5, когда поддержка. Ничего не понял, честно. Жду следующей волны. Чего? Вот это немножко не понял. Все остальные вопросы не касаются сплитинга, друзья, поэтому я считаю, что можно спросить у вас, как вы себя чувствуете после сегодняшнего такого вот вебинарчика. Надеюсь, не сильно животрепетали, наша животрепещущая тема. Вот. Смотрите, если у вас что-то при оплате хватает токенов и смарт, но не проходит транзакция, вам нужно обратиться в саппорт.
я сейчас не могу сейчас вам вот просто вот с головы сказать, что там случилось, как там произошло. Так, пожалуйста, дайте, пожалуйста, фидбэк касательно вот сегодняшней информации. Самое главное, друзья мои, вот здесь я вижу, да, присутствуют и сильные лидеры, и классные ребята. Скажите, пожалуйста, вот ваш сейчас мир, он немножко перевернулся, то есть скажите честно, то есть я был в шоке, я думал, там какие-то выводы, пыяут, и что-то падает, начисляется, а тут вам говорит такой Игорь, какой вывод, никаких выводов, никаких падений, ничего не начисляется, вау, для меня это было шок, контент, истерика, а теперь вроде бы я немножко себя хорошо чувствую. Это важно, потому что это не как первый наш вебинар, да, в связи с вообще по новому блокчейну, по кошельку. Вот мы с вами посмотрели на кошелек и на Explorer, увидели энергию, увидели Bandwidth и Claiming, и поняли, что это вообще смарт-контракт, математику, физику, геометрию осталось подучить, и все у нас будет замечательно. Так, вижу, все понятно, все круто, будем жить и вечно, отлично. Очень рад, спасибо большое. Ай, Анита, спасибо вам большое. Механика понятна, благодарю. Все было понятно. Что было непонятно, стало понятно. Вот это самое главное. А где брать смарт для энергии на бирже? Не выводится. На бирже можно вывести, все выводится. Можно из свопинга, можно из биржи, можно у друзей попросить. Как это? Игорь, очень интересно и полезно. Так, если сегодня... Вполне вероятно, да, Арина, вполне вероятно, потому что количество сплитов в сети растет. Сильно мир перевернулся. Надеюсь, Гаухар в хорошую сторону. Ой, спасибо большое, Елена. Ваши сообщения всегда самые прям такие, я такой, ой, прям в радости вебинар. Супер, благодарим, спасибо. Небольшой шок, информация новая. Замечательно, надеюсь, что она не пройдет просто так. А если будут вопросы, пожалуйста, друзья, давайте. Мы же с вами как-никак уже давно дружим. А мне пообщаться с вами, ответить на ваши вопросы, это большой плюс. Почему? Потому что вот, несмотря на вопросы, которые сходят, я уже понимаю, что нужно нам поменять, чтобы было чуть понятнее. То есть, потому что без вашего фидбэка это очень трудно. Все очень круто, супер, замечательно, спасибо. Отлично. Друзья, немножко непривычно, надо начинать свое восприятие. Да. Ну, в хорошем смысле слова, друзья мои, в хорошем. Я ни в коем случае не ругаюсь, да, не подумайте, что это вау. Не-не-не, но просто мы должны понимать, что как бы блокчейн – это тема, классная тема. И мы сейчас с вами имеем такую технологию, которая позволяет масштабироваться просто в разы. То есть то, что мы с вами сейчас имеем, по сути, это аналогов не имеет нигде. И даже те биржи, с которыми мы сейчас, да, вот работаем, листимся об этом, да, так говорится, мы промолчим, для них это тоже как бы вау, ничего себе, ребята, вы молодцы, красавчики. Поэтому мы, как говорится, впереди планеты всей, но над этим нужно еще, конечно же, работать, допиливать, но это все, как говорится, работает, допыливается. Прояснились многие моменты. Замечательно. Ребята, а я уверен, что служба поддержки сейчас нами на вебинаре, потому что им тоже интересно, что спрашивают. Поэтому ваш комментарий для службы поддержки прямо-таки бальзам на душу. Друзья, спасибо большое вам, потому что, да, наши ребята стараются, трудятся. Ой, спасибо. Хорошо, друзья, тогда спасибо большое вам за ваше существующее внимание. Да, я благодарю вас, желаю вам всех благ, друзья. Удачи. Я снова заработал. Пока.